Здравствуйте, друзья! Я нахожусь на Красноармейской возле банка «Центр Инвест» и хочу вам показать настоящее вредительство. Вот кто-то, когда мы были на самоизоляции, на Красноармейской вот здесь сделал ливневые канавки. 10 штук ливневых канавок сделали, испортили тротуар. Но раньше это были вот такие канавки с решетками. А они решетки убрали и даже полностью переложили лотки. Дело в том, что здесь были ливневые канавки с решетками. Свод строительных правил, который у пандусов, он же требует, чтобы ливневые канавки накрывались решетками обязательно. Здесь взяли ливневые канавки, которые были с решетками, и решили сделать так же, как везде во всем городе. Просто вот без решеток поставить и сделать нам на ровном месте 10 ям, чтобы нам было тяжелее передвигаться. Это еще что? Кто-то на это специально выделил деньги, понимаете? Чтобы нормальные ливневые канавки с решетками заменить на ливневые канавки без решеток. Наверняка подпишут акты и наверняка скажут, что это все было сделано качественно и хорошо. Такое ощущение, что город нанимает специально обученных людей, которые только разрушают и делают хуже, чем было. Также я снимал вам ролики про бракованные остановки, которые развалились. Также я снимал про снос деревьев на Горького, здоровых. Также и здесь. Просто взяли нормальные, хорошие ливневые канавки с решетками и заменили на без решеток. Вместо того, чтобы поменять решетку, там, если она отвалилась, может быть, и все. Короче, дорогие друзья, я очень хочу, чтобы администрация этот ролик посмотрела, как делать ни в коем случае нельзя, как нельзя уничтожать доступную среду. И я хотел бы, чтобы все вернули как было, чтобы здесь были ливневые канавки с решетками, чтобы можно было нормально передвигаться всем, в том числе инвалидам, велосипедистам, мамочкам с колясками и прочее. Потому что то, что нам сейчас вот преподнесли, это вредительство самое настоящее. Такие ливневые канавки должны быть полностью запрещены. Их нельзя делать в городе.